Հայերի ֆուտբոլասերներն մեծ խաղը նոր է սկսվում։ Գրքերը թեժ են, իվուն արդեն ուժա սպառել։ Նրան ջուր են մոտեցնում, բայց ինչպես։ Ահ, նա Իդրամ և ID Bank հավելվածով վճարեց։ Մկրտչյանի նյարդերը չդիմացան, սա նրա վրա թանկ կնստի։ Մրցավարը սա չի ների, Մկրտչյանը կստանա կարմիր դեղին, ոչ, travel car։ Իսկ ինչ է պատահել Բարսեղյանին, նա կստանա շտապ առաջին բիզնես օգնություն, Visa Platinum business card։ Պետրակովը բարկացած է, կարծես թե վերաբարկավորում է լինելու։ Միջախչյանի փոխարեն խաղը կշարունակի Ռանոսը և 11 մետրանոց։ Բեգլարյան թե Տիկնիզյան, Սուլիչը կա, Rocket Line-ը հիմա ավելի երկար է և գոլ։ Նա իսկապես թույլ տվեց իրեն ավելին, այս գոլը Տիկնիզյանը նվիրեց իր սիրելին։ Հնչեց եզրափակիչ Սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։ Վայելեք նա իր ամենահաստ Տիկնիզյանի հետ պիկանտ համի հացերի պես համով, հոտով ու սիրով պատրաստված հարցազրույցը։ Наир, рады видеть тебя вновь в Армении. В каком настроении ты присоединился к сборной? Знаем, что за последний матч за Локомотив, очередной ассист и красная карточка. Баревдес Ахперес, начнем с этого. Спасибо большое за возможность открыться больше нашему армянскому народу. Мне очень приятно, что ты вышел на меня с этим интервью. Настроение у меня замечательное. В принципе, каждый раз, когда я сюда приезжаю, у меня всегда хорошее настроение. Но важно понимать, что мы приезжаем сюда решать большие задачи. Мы не просто собираемся поиграть в футбольчик, а ставим самые высокие цели. И дай бог, чтобы у нас получилось их добиться. По поводу игры за Локомотив, очередного ассиста, честно говоря, я не веду статистику, подсчет своим действиям голевым, я просто стараюсь... У тебя уже 5 ассистов, на да? самом деле. Я даже об этом не задумывался, не стараюсь на этом зацикливаться, я просто хочу получать удовольствие от футбола, показывать самый высокий уровень за счет самоотдачи, за счет тренировок постоянных. Ну и слава богу, что у меня это получается. А красные карточки, ну это армянская кровь, сам понимаешь. Бурлит, без этого да? никак, конечно. Но если честно, то... Ни в коем случае я в этом никаких положительных моментов не вижу. Надо себя контролировать зачастую и уметь свои эмоции направлять в нужное русло. Если ты уже заговорил о красной карточке, был еще один случай, когда ты заступился за партнера. Ну вот «Зенитом» недавно. «Зенитом», тоже, да, забил победный гол, потом заступился за партнера. Интересно, что после игры тебя спросили, ну, об этом эпизоде, ты сказал, чтобы ты бы сделал то же самое, если бы эпизод повторился. Касаемо этой красной карточки, я не то что не жалею, понятно, я жалею, что пропустил игру, подвел команду, там сколько-то, 2-3 минуты сыграли без меня. Но я считаю, что я поступил по совести, я человек, который всегда за справедливость, за честность. Но вот что касается красной карточки с Ахматом, я думаю, что это было необдуманно, нерационально, и в целом это никак меня не красит.
перенесемся в детство. Ты рос в Санкт-Петербурге, да. В Питере, как да. Прошло твое детство. Немного о твоей семье тоже интересно наверняка нашим болельщикам. И как ты начал вообще заниматься футболом? Да, я родился в Санкт-Петербурге, жил там до 14 лет. Что касается моих родителей, то когда мне исполнилось около 7-8 лет, они развелись. Тем не менее, они в нормальных абсолютно отношениях, никаких конфликтов нет. У меня отец, смотри, дети приезжали, у меня отец полностью армянских кровей, мать русская. Но, к сожалению, так вышло, что я даже не перенимал традиции какие-то армянские, потому что у меня постоянно были тренировки, там уже начиная с 5 лет. И я постоянно был в каком-то движении, то есть я даже в Ереван, а точнее в Армению, я приехал только в 4 года, там на 2-3 месяца. Я уже начал даже понимать язык, начал как-то адаптироваться к этой культуре. Но потом я вернулся обратно в Санкт-Петербург, и все забылось. Поэтому, к сожалению, я не знаю ни языка, не знаю ни каких-то там моментов, связанных с воспитанием, культурой и так далее. Ну, вот. Что еще касается детства? Начал заниматься футболом в возрасте 6 лет уже. Привет, ребят, привет. Как дела? Все хорошо? Да. У вас тренировка или игра сегодня? А с кем играете? Футбол. Не, футбол, но не в хоккей же, не в хоккей же играете. Как, выигрываете? Да? Да. Только что начали? Только начали? Будете болеть за сборную 18 числа против Уэльса, да? Придете? Точно? Все, я жду вас тогда, мы вас все ждем. Давай, ребят, удачи, удачи. Пока, 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 пока. Красавец. Тима Кохен. Միացիր Cosmo կամ Combo փաթեթներից մեկին եւ գնիր Sony Bravia 55 Dual Smart TV-ին 333,000 դրամ հատուկ գնով կամ ամսական սկսած 7,000 դրամից։ Начал 6 лет заниматься профессионально по сей день, слава богу. Так что вот это что касается моего детства. Может, немножко кратко, но если тебя что-то конкретно интересует, ты задавай вопросы, мне так будет легче. Да, в принципе, ну, интересно, как проходило детство в культурной столице. Все-таки, да, культурное оно проходило, так скажем. Ну, с переменным успехом, на самом деле, были трудности, они возникали, как и у любого человека. Слава богу, моя мама, отец, они меня поддерживали в моем... можно сказать, хобби на тот момент. Потом они уже видели, что я очень серьезно и ответственно отношусь к футболу и постоянно мне в этом помогали. Я пропускал учебные занятия. Ребят, привет, привет, привет. Как дела? Все хорошо? Да. На игре будете 18 числа? Да. Молодцы. Вы выигрываете или проигрываете? Ничья. Ничья? Ничья. Ну давайте, я за вас болею. Ну и за них тоже болею. Давай. Пока-пока всем. Пока-пока-пока. Приходите на игру обязательно, хорошо? Придешь ты? Да. Точно? Ну, я проверю, смотри. Просто вот сразу хочется поговорить вот о детях, это просто актуально вот прямо сейчас. Вот я всегда вижу, это будет во время открытых тренировок, вот или сейчас во время прям интервью, дети к тебе тоже по-особенному относятся, и ты к ним, то есть это взаимно у вас. Можешь просто, вот я помню, на открытой тренировке ты минут 40, было довольно холодно, но остался до последнего счастливого ребенка, там пообщался. Да, сфотографировался, не знаю, оставил подписи и так далее. Насколько важно это для тебя? Для меня это так же важно, как и для маленьких детей, как и для болельщика в целом. Понятное дело, я к детям отношусь по-особенному, потому что это самые искренние, самые честные, скажем так, создания. И я хочу быть для них, скажем так, примером того, что футболист – это в первую очередь открытый человек, добродушный. И я понимаю, что в мою профессию, помимо того, чтобы играть на поле, еще входит коммуникация с болельщиками, которые тратят свои деньги, тратят свое время на то, чтобы прийти и нас поддержать. Мне никогда не составит труда, я то же самое делаю в «Локомотиве». Я стараюсь себе это прививать. Понятно, иногда ты где-то уставший, иногда ты не хочешь, но стараюсь иногда, но все же себя заставлять выйти к болельщикам, оставить автограф, потому что для меня это минута, ну окей, даже 40 минут, а для них, для кого-то, это может там память на долгое время.
благодаря моему, да, футболист сборной Армении, то есть они на меня все равно смотрят иначе, это я себя воспринимаю как вот, ну, я футболист и ничего особенного. А со временем я начинаю понимать, что некоторые, особенно дети, на меня смотрят совсем иначе, как на футболиста. Для кого-то я кумир, допустим, да. Это горящие глаза говорят. Да, 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 и я это очень ценю и стараюсь отплатить той же монетой, быть всегда взаимным в этом плане. Ну, это очень ценно на самом деле, со стороны тоже это так смотрится. А что касается армянского языка, ты сказал, что вот близок был к тому уже в детстве, чтобы уже как бы выучить получше, потом, ну, естественно, по понятным причинам, ну, это да, не получилось сделать, но, тем не менее, ты поздоровался со мной на армянском, да, то есть какие-то слова ты, естественно, знаешь. Балюс, это доброе утро. Да. Понимаешь, сейчас ты меня на камеру спрашиваешь, я начинаю немножко волноваться, боюсь, что где-то произношение будет неправильное. Ну, не важно. Я вонцес. Да, да, да. Хочешь соваться? Все хорошо. Все хорошо. Это от моего произношения на армянском, видимо, просто. Надо было подсказать, видишь, я не стал подсказывать, да. Да, 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 да. Баригишер. А, ну ты здороваешься, потом сразу баригишер уже. Я тебе просто говорю, что я знаю. Шат лавем. Шат лавем, да. Ну, мерси. Это как ты чувствуешь себя на поле, то есть очень хорошо. Да, 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 естественно. Мерси. Ага, ну это более такой армяно-французский микс. Да, 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 да. Я, кстати, когда это слышу, тоже кажется, что это больше, знаешь, как это по-французски. Вот, ну, в принципе, ну, а по-армянски знаешь, как мерси будет у нас? Очень как сложно. Шнуракалуцун. Шнуракалуцун. Да, видишь, выговорил да, как? Да, ну, конечно. Армянин же все-таки. Конечно. Ну, так дальше вопрос. Переходим плавно на этот вопрос. О твоей новосозданной семье, недавно ты женился на ведущей Матч ТВ Яне Ромашкиной. Причем предложение ты сделал в своей манере, креативно, на телебашне Останкино. Готов ли ты поддерживать эти отношения на столь высоком уровне? А мы изначально, когда с Яной познакомились, спустя какое-то время, как мы начали встречаться, мы задрали, скажем так, планку наших отношений очень высоко. И я всегда хочу, чтобы в моей жизни все было по-особенному. И это напрямую зависит от меня. А в данном случае с Яной это напрямую зависит от нас обоих. Если мы будем поддерживать вот это отношение друг к другу, эту заботу, этот трепет, какие-то еще другие моменты, связанные с отношениями мужа и жены, я думаю, у нас это получится, я даже не сомневаюсь. И, конечно, мне нравится делать моей жене подарки, мне нравится, когда я в сборной звонить. Я даже сюда до этого два раза подряд приглашал, звал сюда Яну, чтобы она была рядом со мной, она приходила на матчи. То есть, один раз мы даже виделись, да, после игры. Да, да, да. Ну, я очень скучаю по своему человеку, мне тяжело без нее, особенно длительное время. И там все взаимно, поэтому для меня, как и для нее, это важно поддерживать отношения на столь высоком уровне взаима какого-то понимания и, опять же, трепетных моментов. Просто не хочется, знаешь, чтобы все было как у всех обыденно, когда, грубо говоря, да, вы не разговариваете, вы просто живете вместе, да, где-то любите, но нету страсти, нету эмоций. Это все зависит от нас, от людей напрямую. Вот. И я буду делать все возможное от себя, чтобы поддерживать вот этот уровень. У тебя было наверняка какое-то время во время сборов национальной сборной прогуляться по Еревану? Нет. Совершенно не было? Нет, вот... Извини, что я тебя перебил, я понял твой вопрос. У меня даже не было времени, не то что времени, возможности. Нас закрывают на базе, мы не можем никуда выйти. Я, с одной стороны, к этому отношусь положительно, я понимаю, для чего это делается. С другой стороны, все-таки мы люди. Иногда тоже хочется в рамках разумного, дозволенного даже просто посмотреть город, сходить в ресторан с женой, да, и быть поближе к народу. Вот, у меня была возможность один раз только сходить в ресторан, и, кстати говоря, я не помню название этого ресторана, я бы хотел поблагодарить людей, которые там работают, они, наверное, поймут, если это посмотрят, подарили нам бутылку вина хорошего и хотели, да, еще закрыть счет, но я был против, поэтому закрыл его сам, но то, как ко мне относились там и к моей семье... Но вина семье... ты против не был? А я не пью, это я вино подарил маме Яны. И суть в том, что само отношение просто, мне это очень приятно, и я всегда это ценю. Когда, знаешь, ко мне хорошо относятся, я хочу всегда вдвойне больше дать взамен. Ну, так воспитан. Давай.
Да, не за что. Заранее. Давай. Спасибо. Давай, пока. Здесь люди отличаются, опять же. Здесь все доброжелательные, добродушные, знаешь, улыбаются. Ты попросишь подсказать дорогу, тебе подскажут. Возможно, и в Москве это сделают, но там из 10, грубо говоря, да, 5 человек даже тебе не ответят, потому что они заняты вообще, и у них мысли о другом. Здесь же каждый постарается помочь, и армянский народ, я думаю, он более гостеприимный. На мой же, опять, субъективный взгляд, никого обидеть я не хочу. И говорю просто как есть, как думаю. Был у меня вот вопрос как раз о разнице в менталитете армян и русских. Наверное, ты, в принципе, ответил на этот вопрос. Но знаешь, есть все равно еще разница между, наверное, русским менталитетом и армянским. Все-таки армянский народ, в отличие от русского, немножечко такой, знаешь, ленивый. Ленивый, и если там все идет хорошо... Закрой флаг, давай потом. Второй тайм, можешь? Сделаем второй тайм. Хорошо, хорошо. Да-да-да, ну вот, да-да-да, это я имел в виду. Вот, поэтому, я не знаю, это плохо, хорошо, ну вот просто это то, что я заметил, допустим. А сборная Армении, ты в разных интервью об этом говорил, мне в целом интересно, здесь, в футбольной академии, я помню, что ты один раз сказал, может быть, в шутку в какой-то мере, сказал, вот в один день прекрасно, я просто проснулся и подумал, что вот пришло время ехать. Это уже не шутка была, это и так и есть. Это был факт, это случилось в начале этого года, когда я был на сборах с Локомотивом в Дубае. И до этого, где-то месяца-два до этого моего решения, когда я его принял, я общался со своим агентом, с которым у меня хорошие очень отношения. Не просто агента-футболиста, а реально вот как двух друзей. Он меня всегда выручает, и я к нему прислушиваюсь. Но в любом случае всегда выбор всегда остается за мной. Я никого в этом плане не слушаю. Я могу прислушаться, сделать какие-то там правильные суждения и все равно сделать так, как я хочу. Вот. Но мы с ним договорились двумя месяцами ранее, что если меня не вызовут в сборную России, то все. Я выбираю сборную Армении и еду туда, если меня примут. Он сказал, да, да, хорошо. В итоге меня не вызвали на ноябрьские сборы за сборную России. Мы с ним встретились в декабре. Он сказал, давай потерпим до лета. Я с ним долго на эту тему спорил. В итоге сказал, ладно, давай потерпим до лета. Но уже в январе, когда я был на сборах, я просто этого не выдержал. Я знал, что будет игра с Турцией. Я понимал, что это очень важная игра. И посчитал в тот момент, что я нужен как никогда сборной. И я бы все понял, допустим, если бы меня не приняли. Потому что я много отказывался. Я никогда не грубил, я всегда благодарил. Нигде я плохо не отзывался о сборной Армении. Но я надеюсь, люди меня уже поняли. Как бы я про это неоднократно высказывался насчет моего решения. Вот. Поэтому на данный момент я здесь. И слава богу, значит, все так и должно быть, как случилось. Дебютный матч сразу с Турцией, как ты отметил, сверхпринципиальная игра. Дебютировать в игре такого плана, причем за сборную, ну, с такой мотивацией, это на самом деле сложно или наоборот легко? Ну, опять же, все зависит от восприятия, да, от того, как ты будешь к этому относиться. Я об этой игре начал думать вот с января, а мы сыграли с ними когда? В марте, по-моему, в марте. Я все это время вынашивал эту мысль, и для меня было важно не ударить грязь лицом, потому что с меня был двойной спрос. Я отказывался на протяжении там с 5 условно лет сборной Армении, и тут я вот такой говорю, да, давайте вы меня возьмете. Давайте вы меня возьмете, и вот все, я созрел. И я понимал, что если я сыграю плохо, то люди не поймут меня. И для меня было очень важно выглядеть достойно на футбольном поле. И было волнение, его было много, но оно не перерастало в страх, скорее в спортивную вот какую-то злость, агрессию. И я был приятно удивлен тем, как сыграла наша сборная. Это по самоотдаче, это был очень хороший матч, по качеству. Хотя, когда я только приехал на тренировки, ну, я думал, что нам... Ничего не светит? Да, ничего не светит, и... будет все плохо. Это опять аллеги, что мы плохо тренируемся, но хорошо играем? не знаю, нет. Кстати, вот последние два сбора мы тренируемся очень хорошо, и видно, что качество растет, ребята повышают к себе требования, понимают, какая ответственность на каждом из нас. Вот, поэтому работаем. Ну, ты поговорил уже о сборной, о потенциале. Интересно вот именно поговорить о потенциале, потому что у нас очень молодая команда, на самом деле, много молодых игроков. Считаешь ли ты, что пика эта команда еще не достигла, и он еще впереди? Сейчас очень рано рассуждать о потенциале. Все будет зависеть от нас, от нашей сборной, от каждого
в отдельности. Если мы будем продолжать относиться к нашему делу так, как мы относимся сейчас, то все в наших руках. Просто понимаешь, я не хочу делать какие-то громкие заявления, потому что перед матчем с Латвией мы где-то немножко задрали нос, подумали, что мы уже все, классная сборная, нам дали по шапке, ну и мы поняли, что нам надо закрыть рот и просто работать. А вот это так и было, потому что Васильевич об этом говорил, Александр Петраков, что он уже в день игры почувствовал, что что-то не так. Не в плане самоотдачи, естественно, но в плане настроя. Слишком мы, да, вот как ты говоришь, уже думали, что налегке можно, на классе, может быть. Да, знаешь, вот ключевое, что мы подумали про какой-то класс. А мы в тех играх, в которых побеждали, мы отличались сумасшедшей самоотдачей и, ну, вот старанием, рвением. А с Латвией мы подумали, что можем где-то не на пятой скорости сыграть, а на третьей. Ну и латыши нас за это наказали. И я не буду скрывать, да, действительно была такая недооценка, но она была, знаешь, в том плане, что, ну, выйдем на 70%. Мы не думали, что там латыши какие-то слабые. Они очень хорошая команда, очень хорошая сборная. В первую очередь вопрос к самим себе просто. По сути, если бы даже мы выиграли Латвию, это бы ничего для нас не поменяло. И слава богу, это для нас шанс свыше. Нам в случае победы над Латвией надо было бы выиграть две игры для того, чтобы выйти. И точно так же и сейчас. Все в наших руках. Конечно. Я думаю, самый важный матч, вот на данный момент, матч с Уэльсом. А дальше мы уже посмотрим. Կորների Ստաներջան, Նաիրի հետ պատմենք մեր գործընկեր 379-ի պատրաստած անակնկալի մասին ու շարունակենք հարցազրույցը. Նոյեմբերի 18-ին և 21-ին այցելում ենք Կորների գործընկեր 379 Թորչնբրյու ռեստորան Գարեջրատուն և հավաքականի առաջիկա հանդիպումները դիտում Ջերմ ֆուտբոլային մթնոլորտում։ Գիտեմ, որ Կորների հաշվենակատ փոխանցումները շատ եք սիրում։ Դե ուրեմն պատրաստվեք, պասը գալիս է։ Հավաքականի առաջիկա խաղերի ընթացքում նշելով Corner promo-կոդը կստանաք Թորչնբրյուի անակնկալ հյուրասիրությունը։ Այցելեք 379-ը, աջակցեք Հայաստանի հավաքականին, ըմպեք համով Գարեջուր։От предстоящих игр ты сразу пришел к этому вопросу, какие ожидания у нас должны быть у болельщиков и у вас, у ребят, в которых мы очень верим. Понятно, что когда мы задираем планку высоко, от нас ожидают вдвойне большего, тем более мы показывали, как мы можем играть с Уэльсом на выезде, мы показывали, как можем играть с Турцией на выезде. И я понимаю реакцию людей, которые ждут от нас вот постоянно победы. Но надо быть реалистами. И в то же время надо жить мечтой, надо делать все для этого. Я не хочу говорить, что кому следует ожидать. Я хочу сказать, что для нас, для каждого игрока в отдельности, будет очень важно увидеть полные трибуны. Мы же, в свою очередь, постараемся ответить самоотдачей. Я не знаю, какой будет результат. Я не могу сейчас идти, знаешь, вот так вот и говорить, да, мы выиграем Уэльс. Как МакГрегор. Да. Мы выиграем Уэльс, мы в порядке. Но я знаю, что по самоотдаче никто нам не сможет сказать каких-то претензий или упрекнуть. Это самое главное. Это самое главное. Я думаю, можно все простить, кроме равнодушия. Но особенно дома, я думаю, никто из нас равнодушен не будет. Расскажи, что ты почувствовал, забив первый гол за сборную? Каждому голу я праздную очень эмоционально. И мне не нравится, когда многие люди, не многие, а какие-то люди говорят, почему Технизиан так радуется, или что он там бегает, как этот больной какой-то. А я этого вообще не понимаю. Для меня футбол и день игры – это праздник. Я благодарен Богу за то, что у меня есть возможность играть, за то, что та работа, которую я проделал на протяжении всей своей жизни, она окупается. И когда ты забиваешь дебютный гол – в важном матче, неважно, против Эстонии, Латвии или кого угодно, у тебя изнутри идет вот этот вот внутренний посыл счастья. И то, что я побежал праздновать, это не было ни заготовлено, ничего. Я просто так чувствовал. Ты даже прослезился. Ну я такой. Такой я человек, как бы, да. И очень близко к сердцу все воспринимаю. Конечно, я был счастлив в тот момент, именно вот в эти там 5-10-15 секунд у меня было чувство эйфории. У меня так всегда происходит. Вот ты, допустим, видел гол «Зениту», да, на последних минутах? Там то же самое, как бы. Я не контролирую себя и не вижу в этом никакого смысла. Я хочу радоваться, я живу для этого. Век футболиста, он очень короткий. Мне
по мнению каких-то, да, людей, надо забить гол и идти вот так спокойно пешком до центра поля, а потом в 40 лет вспоминать, ну, это и жалеть. Да, ну вот это как должное, знаешь, грубо говоря, как вот пришел сантехник чинить трубу, он ее починил и ушел, да, не порадовался. А представь, сантехник пришел, починил или проследил, что я сделал, что я только что сделал, мама мне. И трубу прорвало, и пошла вода, да. Ну, то есть как-то вот так. Интересно, а взаимоотношениях с Александром Петраковым, я знаю, у вас хорошие взаимоотношения, в целом интересно, многие говорят, он очень любит дисциплину, но с ребятами очень вот пытается хороший контакт создать, в деловом плане как, да, в тренерском плане и как человек? Знаешь, несмотря на то, что это человек старой закалки, он все-таки из того поколения, он понимает, что сейчас время совсем другое и старается искать баланс между вот кнутом, скажем так, и пряником. То есть, где надо, он напихает, где надо, он отчитает, где надо, он будет предъявлять какие-то претензии и требовать тебя. Но в то же время он может подойти пошутить, может потравить что-то. Я думаю, ты с ним знаком все равно, как-то, может, слышал даже со стороны, как он общается. Ну, общались тоже, конечно. У меня с ним, как и у всех, абсолютно рабочие, хорошие отношения. То есть, он тренер, я футболист. Что он мне говорит, что он с меня требует, я это обязан выполнять. Вот. Так что я очень рад, что благодаря ему, благодаря федерации я здесь оказался. И знаешь, если бы был другой тренер, меня бы могли не поставить в старт против матча, в матче, вернее, с Турцией. Вот. Поэтому это наполовину даже его заслуга. Из футболистов с кем ты в наиболее тесных взаимоотношениях, то есть общаешься очень хорошо, и на поле с кем хорошо взаимодействуешь? Ну, я думаю, ответ очевиден здесь будет, да. Я об этом тоже говорил, что это Эдик Спиртян. Мы с ним, вернее, я с ним больше всего общаюсь, но также вот сейчас пришел в нашу сборную, слава богу, Эдгар Сивикян, с ним тоже. Ребята, которые, остальные ребята, я с ними тоже общаюсь, то есть нет такого, что я с кем-то не общаюсь. Мы со всеми общаемся, но просто как это везде и бывает, с кем-то больше, с кем-то меньше. Но вот отдельная такая теплота, да, у меня, наверное, к Эдику, потому что мы с ним еще там лет 7-5 назад играли против друг друга за молодежные команды, я ЦСКА, он Краснодара. Мы не были особо знакомы, но все равно это придает, знаешь, ну, заочно уже, да. Да, нашему общению вот какой-то изюминки, что мы вместе росли и вот оказались здесь в итоге. Вместе выросли до национальной сборной Армении. Да, да, да. В принципе, на ведущих ролях в команде. Вот ты уже поговорил об Эдгаре Севикяне, который очень вот примечательно, что он выбрал сборную Армении, причем у него на руках вот были приглашения действующие из России и из сборных Армении, национальных сборных. Да, да, да. Он выбрал Армению, это очень отрадно на самом деле. В этом плане у нас есть еще игроки, мы знаем, которые вот тот же Коваленко, Александр Коваленко, о котором много говорится, его хотят видеть в сборной, но пока он, ну, не принял пока что предложение в сборную, частенько играет за Россию. Была ли возможность у тебя, может, после матчи, до матчи, как-то побеседовать с ним на эту тему о возможном приглашении в сборную Армении? Знаешь, я типа, сам... давай, Саш, ну чё ты? Я сам был на его месте, и я понимаю, что... кроме него на эту ситуацию никто повлиять не сможет. Потому что, когда я, опять же, повторюсь, был на его месте, я думал только о том, чего я хочу, да, в тот момент. И я не вижу смысла кого-то заставлять. Если ты не хочешь, без проблем. Хочешь, милости просим, мы все ждем. Как бы это классный футболист, хороший человек. Но не хочется кого-то уговаривать. Правильно мне один раз сказал Нобель, когда мы 2 года назад с ним общались на тему сборной. Он говорит, если ты сердцем не чувствуешь, не надо. Я сказал честно на тот момент. Нет, я не хочу никого обманывать. Я не хочу делать вид, что я хочу прийти сюда и, грубо говоря, знаешь, отбывать номер на поле. А вот в тот момент, когда я реально искренне почувствовал, загорелся, я пришел и считаю, что это было своевременно. То есть просто нужно подождать, чтобы человек принял свое решение, получается? В любом случае, какое бы решение этот человек не принял, мы должны все его уважать. От его решения никто не умрет, никто не пострадает. Это его карьера, его путь, его видение. Мы не знаем, опять же, какие там обстоятельства. Я много слышал версий по поводу касаемо Коваленко. Я не знаю, не буду о них говорить, это не мое дело. Но, может быть, ситуация там складывается так, что он хочет, но из-за каких-то причин обстоятельств не может. Мы этого не знаем, поэтому... Нам надо уважать просто его решение и все.
у тебя была возможность этим летом перебраться в европейский топ-чемпионат. В твоих услугах были заинтересованы клубы из Италии, Германии и тот же Реал Сосьедад из Испании, к которому в итоге пришел Арсен Захарян. Это как-то повлияло на тебя или ты отнесся к этому нормально и продолжил просто свою работу? Реальная возможность была только одна, это перейти... Могу ошибиться, я просто всегда Вердер или Вердер, как правильно сказать? Вердер. По-армянски я средний, так сказать. Да, давай, Вердер. По-армянски Вердер. Вердер. Вердер Ахперес. Вердер. Вердер Рейдгеном Ахперес. Ту Рейдгеном Вердер. Генас. Вот, и реальная возможность была перейти туда, потому что было предложение в клуб, была трансферная стоимость. Там не доходило ничего до личного контракта, потому что клуб сразу отсек это предложение по причине того, что им не нравилась финансовая составляющая трансфера. А вот то, что ты перечислил, Германия, Италия, Реал Сосьедад, я это читал, это попадалось мне как-то, знаешь, в глаза. Реально не было, то есть такого. Вот реально, чтобы как вот немцы, да, Вердер, позвонили, прислали контракт, сказали, да, мы готовы. Не было. Возможно, там они про меня что-то знали. А может, это были слухи. Я не могу утверждать на 100%. Но, знаешь, не состоялся переход. Я никак вообще не расстроился. Я не снизил к себе требования, я не пустил руки. Ну, не проблема. Мы продолжаем работать дальше. Мы работаем, мы пашем. И я не исключаю той возможности, что я могу остаться в Москве, в России. Как бы я ко всему готов. Для меня важно играть просто. Играть, конечно, в Европе в каком-то хорошем клубе, который будет тебе заинтересован, играть приоритетнее с точки зрения развития. Плюс ты знаешь, сейчас российские клубы, они лишены еврокубков. И это что тоже немаловажно. Да, это тоже влияет в целом на многие вещи. Поэтому посмотрим, как будет складываться ситуация. Я не хочу ничего загадывать. Так что так. Ну и в конце несколько слов болельщикам сборной Армении, которые, как уже мы видим, увидели в ходе интервью, и вообще в целом это понятно, видно. Тебя очень любят, тебя ценят, и за твой выбор в том числе, что ты пришел. Вот ты интересную вещь сказал, что был момент в январе, и для тебя стало фактором то, что вот мы с Турцией должны играть. Mm-hmm. То есть реально вот ты учел этот факт, очень важно, что насколько важен этот матч для Армении и для армян. Скажу так, что даже если бы мы играли с Кипром, неважно, но сам факт Турции – это раздражитель очень главный, наверное, для Армении. И мне хотелось, во-первых, дебютировать в такой игре, а во-вторых, помочь. Я знал, что я смогу помочь. По поводу моих слов болельщикам, я вот даже буду смотреть в камеру. Не делал этого все наше интервью. Вот. Я много говорю слов благодарности. Я благодарен за поддержку болельщиков. Для меня самое важное – это присутствие каждого на трибуне. Это присутствие каждого дома, сидя перед телевизором. И с нашей стороны я обещаю, что наша сборная будет каждую игру отдаваться на 100%, стараться добиваться хороших результатов и радовать себя, вас, наших родных, близких. И дай бог, чтобы у нас это получилось. Не могу ничего загадывать, не хочу строить какие-то планы, но будем верить в себя, будем верить в Бога и в лучшее. Эрджан, спасибо за это интервью, спасибо за то, что как ты относишься к болельщикам, к Армении. Спасибо. Насколько важен для нас футбол, это, наверное, излишне говорить, потому что это возможность какую-то радость привнести в наши семьи, в наш народ. И у вас это частенько получается. Надеемся, что будет продолжительно это спасибо. Все. Если ты не против, давай перейдем к блиц-вопросам. Давай, где мы? Здесь будем их записывать? Где ты хочешь это сделать? Пошли блиц вопросы. В Майами можем записать, давай. Можем в Майами? Давайте в Майами. Ну, как говорится, твое слово для нас закон. Мы берем у тебя интервью. Ты хотел Майами, мы получили Майами. И начинаем наш блиц опрос. Дзюба или Холланд? Дзюба. Вообще не раздумывая здесь, без вариантов. Триллер или комедия? Триллер. Гол или ассист? Равносильно. Равносильно. Ты один из первых, кто так ответил. В основном все гол выбирают. Интересно. Серьезно? Да. Море или горы? Никогда не был в горах. Представляешь? Ты сейчас в горах, брат. Армения – это сплошные горы. Ну, окей. Надо попробовать. Здесь у нас интересные места. Я думаю, море мне ближе все-таки. Да? А джаз или рок? Джаз. Рок вообще не слушаю, не люблю. Москва или Питер? Здесь сложно, мне кажется. Ну, я родился в Питере, поэтому Питер. Убираем Питер. Борщ или хаш? Сейчас у тебя вопрос, что такое хаш? Нет. Ты знаешь, что нет. такое?
Но вопроса тоже нету, да? Просто борщ сразу. Понятное дело, что это армянское блюдо. Скажи, что это за блюдо? Ну, знаешь, очень сложно. Как объяснить, что такое? Я знаю, пастурма, долма. Копыта коровы в воду. Это, понимаешь, это очень сложно объяснить. Все-таки борщ. Давай не будем продолжать, да? Да. Это противно. Не, на самом деле это очень вкусно. Просто когда объясняешь, это невкусно. Ну, понятно. Надо попробовать. Переписка или реальное общение? Нет, конечно, реальное общение, но просто я, знаешь, почему задумался? Еще можно и позвонить, как бы, что я и делаю, как я тебе ранее говорил. Я звоню жене, и как бы это лучше переписки, но не лучше, чем реальное общение. Это где-то посередине, да, у нас, да, получается. Выход со сборной на крупный турнир или с клубом в групповой Лиге чемпионов? Выход со сборной на крупный турнир. Надеемся, что это произойдет. Месси или Роналду? Для меня всегда Роналду было олицетворением того, каким должен быть настоящий спортсмен. Именно спортсмен? Да, вот, но Месси — это гений, там просто запредельное количество таланта. Я не говорю, что он в плане самоотдачи или отношения к себе как профессионал плохой, но Роналду сделал себя сам. У него тоже есть талант, но человеку 38, а он в такой форме блестящий. Интересная позиция. Тони Кросс или Эдик Спиртян? Эдик Спиртян, конечно. Тоже. Они даже, знаешь, они даже похожи по стилю, я поэтому думаю. Поэтому я попытался как похоже. Да, 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 да. Но такой. Эдик, для меня Эдик ближе гораздо. И последний вопрос. Армяне прощаются, но не уходят, или уходят, не попрощавшись? Второе. Уходят, не попрощавшись? Или прощается, говорит, ну, брат, я пошел, и там 3 часа еще там обсуждение. Ну, ладно, нет, на самом деле я не понял немножко вопроса, знаешь, я задумался. Нет, наверное, первое, да. Первое, да? Да. Вот мы сейчас так же будем делать, мы будем прощаться вот скоро, но уходить, но не уходить собираемся. Не будем, да. Да, у меня такая привычка. Я потренируюсь с вами и останусь. Ну, хорошо, ты скажешь мне пока, я тебя увижу через 10 минут, да? Ну. Естественно. Все, Наирджан, в принципе, спасибо еще раз за откровенный, даже вот в блице было видно, как ты откровенно на все отвечаешь. И удачи в предстоящих матчах, все будем болеть всей страной за вас. Спасибо большое, очень приятно, спасибо. Ուշադրություն Սուպեր մրցույթ. Այս թողարկման YouTube-ն մեկնաբանություններում նշիր քո կարծիքը Նաիր Տիկնիզյանի հետ մեր հարցազրույցի մասին և կիսվիր ազգային հավաքականի առաջիկա խաղերից քո սպասելիքներով։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա մեր սուպեր մրցանակը՝ Նաիր Տիկնիզյանի և Լուկաս Սելարայանի ստորագրություններով գնդակը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը նոյեմբերի 23-ն է, ժամը 17:00-ին։Պարզ, նվիրված և հետաքրքիր։ Կորները շարունակելու է ավելի մոտիկից ծանոթացնել ձեզ մեր սիրված ֆուտբոլիստների հետ։ Իսկ հիմա բոլորիս մտքերը կապված են Հայաստանի հավաքականի առաջիկա խաղերի հետ։ Ճանաչենք մեր հերոսներին և սիրենք մեր ֆուտբոլը։ Եթերում կորներն է։ Բեգլարյան թե Տիկնիզյան, Սուրիչը կա, Rocket Line-ը հիմա ավելի երկար է և գոլ։ Նա իսկապես թույլ տվեց իրեն ավելին, բայց գոլը Տիկնիզյանը նվիրեց իր սիրելին։ Հնչեց եզրափակիչ Սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։